Босс, что нам делать? Ты не можешь ничего. А ну цыц! Либо ты перестанешь бубнить, либо мы вообще умрем из-за тебя. Да почему? Да потому что что? Ты не понимаешь, что камерамены нам помогут в этом? Хоть они нам и никогда не помогали. Ну ладно, ладно. Было. Но это было на 1 апреля. А сейчас май. Это было месяц назад. 2 года назад произошло это нашествие. А ну! Сейчас знаешь, какой год? Да, я знаю, какой год. Сейчас 2005. А мы должны закончить это в 2010. У нас еще 5 лет, чтобы закончить это. Понял, камерамен? Если ты нам хоть не поможешь, я тебя, блин, отправлю знаешь куда? На металлолом, где ты умрешь. В кислоте, понятно? Понятно ему все. И что же нам делать? Иди да, ди да, ди дудка. Все, я не могу этого терпеть. У нас роботы должны стоять. Где они? Они почему-то по нам не стреляют. И не должны. Ты что, совсем глупый? Ты не понимаешь, что роботы некоторые прокачанные и большие? Так, в смысле, а что мне делать, если они большие? Мы что, должны их убивать? Камерамен, ты умеешь хоть говорить? Или что бы? Да, я будто не умею. Но нам надо их победить, иначе все будет как в старые 2000. 2 года назад произошло. Это в 2003 году еще произошло. Ло. Скибиди столо. Матология. Ну что ты, блин, хочешь? А, что же вы неисправимы, как 2 курицы с клещиной. Итак, вумены, вы поняли, о чем я сейчас говорил? Камера, ты понял? Да. Что с тобой, камера? А, он просто балуется. Ты че ему, он поняла? Поняла, я все поняла. Поняла, спасибо. Конечно! А ты? Маленький, которого я у Вася. Боже, Вася, Вася, как ты говоришь? Доп-яс-яс, надо залезать, надо залезать, надо всех обрыгать кислотой, чтобы они влипли, и я их забрал. Что, почему красный свет? Что происходит вообще, ёпта? Я здесь. Я вас съем. Пиу-пиу. Пиу. Ой, Вася, куда ты? Ты не понимаешь, он за собакой этой бегает. Пауком, точнее. Я не понимаю, что я не понимаю.
Видишь, он упал из-за тебя. Что? Где я? Я вот так упал. И... Что? Папа еще стоит? Ту-ду-ду-дум. Зачем мне нафиг пылесос? Ну, ладно, возьму фонарик. Я вообще не понимаю, что за место? Кто это вообще создал? И интересно, где камера, паук? Я думал, что, наверное, он разбился или провалился куда-то. Ну, ладно, надо идти уже. Что? Я думаю, что я могу туда запрыгнуть, конечно. Мне супер прыжок! Я добрался до пылесоса, какой же это красотень! Я могу наблюдать на небе... Ааа, фонарик! Нечаянно уронил. Блин, ааа, помогите! Я сейчас этому пылесосу так наваяю. Я могу взять фонарик. Пылесос опять лежит. Не хуй. Ааа, я жил. На этот раз пылесос, ты меня не победишь. Не хватит забирать мой фонарик. Я его нашел. Я украду. Стоп, чё? Это чё было мелкий пик?